Добрый день, дорогие друзья! Ассаламу алейкум всем! Вы на канале «Вкусная еда» с Хадиджей. Когда-то на круизе я попробовала это вкусное американское печенье и долго искала этот рецепт, и, наконец, его нашла. И сегодня щедро буду делиться этим рецептом с вами. Это мое любимое печенье. Всем рекомендую его приготовить. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа. Понравится видео? Ставьте лайк. Я вам буду очень признательна. Итак, начнем нашу работу. Я всем желаю удачи на кухне. Итак, нам понадобится 160 грамм сливочного масла, 82% жирности, 2 яйца, 1 чайная ложечка соды без верха, ванильный сахар 3 грамм, 1 чайная ложечка разрыхлителя без верха, 180 грамм вот шоколадных капель, вот такие бельгийские. Так, сахара нам понадобится 100 грамм белого сахара, 100 грамм коричневого сахара и 260 грамм просеянной муки высшего сорта, плюс-минус, будем смотреть по тесту. Ванильный сахар, и у меня здесь 1/4 чайной ложечки соли. Добавляем сахар. Масло комнатной температуры. Все продукты комнатной температуры. Смешиваем хорошенько. Вбиваем 2 яйца и все хорошенько перемешиваем. Отдельно в муку добавляем разрыхлитель и соду. И все хорошенько перемешиваем. Потом будем добавлять в основную массу. А сейчас постепенно муку вводим в основную массу и до однородного состояния вымешиваем тесто. У нас получилась масса пастообразная. Сейчас сюда добавляем шоколадные дропсы и тоже все вымешиваем до однородного состояния. Тесто наше готово. Я в отдельную миску набрала воды, чтобы руки не прилипали. Буду обмакивать руки и будем формировать небольшие вот такие шарики. Это и будут наши печенюшки. Вот так великолепно они скатываются в шарик. Немножко приплюснуть нужно их. Я подготовила уже противень, выстелила пергаментной бумагой. И сейчас будем на расстоянии выкладывать друг от друга печенюшки. Итак, уже мы готовы, чтобы их выпекать. И последний штрих. Я добавляю шоколадные дропсы, украшая наши печенюшки. Очень и вкусно, и красиво будут смотреться. Уже заранее духовку включила. Будем выпекать при температуре 180 градусов. Где-то 12, от 12 до 15 минут. Включаем вверх-вниз. Итак, выпекаем. Итак, наше печенье готово. Оно выпекалось 15 минут. Получилось очень вкусное, очень ароматное, потрясающее. Его пить с кофе – одно наслаждение. Всем рекомендую его приготовить. Итак, дорогие друзья, если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Я вам буду очень признательна. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Итак, я желаю вам всего самого хорошего и до встречи на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока!